А у нас тут доброе утро. Представляете, снежок. Минус 4 показывает. Ты мальчик собрался в садик, да? А какой у нас сегодня день? Снежный, да? Ну что, пойдем одеваться. Пап, уже можно одеваться или еще подожди? Уже можно, сынуль, пойдем. Куртка Афонька твоя высохла, так что ее тоже. Все обуваются. Пап, ну там холодно? Ну иди сюда ко мне, я тебе помогу. Все, я тебя люблю. Ты красавчик, беги смотреть на снег. Ну, конечно, и правда. А что ж ты думал, что тут неправда, что? Красота! Еще даже что-то идет, да? Антоха проснулся и в шоке, да? Да. Да, и еще до сих пор заметает потихоньку. Гриша еще не видел. Нет, Гриша не видел. Началась зима. Да. Ты Я рад? не думал, в этот день уже зима начнется. А если сегодня вообще навалят на все окно? Круто. На фоне забора тут хорошо видно, что снежок идет. И биться сердце стало чаще. Ну, короче, ехали в автобусе в Ростов и пели эту песню. Это прям когда припев, да, Ибица. Ну, в смысле, гимн карате какой-то получается. В общем, все заразились этой песней. Вот, поэтому здорово было. В автобусе вообще было прям веселуха, поэтому я после этого даже вчера ничего не снимала, не могла отойти. Вот, до сих пор ехала в Ростов из Ростова, хотя первоначально вообще не хотела ехать на соревнования, и Гриши защиты не было, в общем, настроения не было. И просыпаться в 4 утра, в общем, все как я не люблю. Но все было здорово, прямо быстро. В общем, соревнования понравились. Сейчас иду на улицу на снег смотреть, пока варится бульон, потом буду борщик варить. Вот, мне кажется, в такую погоду борщик. Хочу еще сделать пирог с капустой заливной. Так что Ибица, сердце стало чаще. В общем, здорово. Теперь эта песня, я не знаю, надолго у меня в голове. Ну, прям скажите гимн карате, да? Ибица. Ура! Я вышла на снег. Вот она радость-то. Сейчас хочу сфоткать розочки в снегу для Инстаграма. В снегу. Сейчас сфоткаю такую красоту. И дубочки тоже. Все в снегу. Очень красиво, морозец, наверное, еще есть. Как только похолодало, мне сразу захотелось борщика. Вот сейчас готовлю борщик, даже делала такую зажарочку. Для меня это очень не свойственно. Здесь уже картошечка, бульончик. Вот здесь нашла небольшие кусочки свинюшки. Ну, тут в основном косточки. Вот, так что будет обед у нас вкусный. Будем обедать. Ура! Сегодня у нас борщик со сметанкой. Так, ну что, я нашла свои розовые ульги. Помните, я их заказывала с Алиэкспресс. И сейчас иду прогревать машину. Вот это так свежо. Сейчас прогрею машину, потому что танцы все по расписанию. Это только школа до четверга не работает, но в четверг уже вроде бы идти. Так, сейчас будем прогревать Citroёнчик. Вот, минус 2 показывает. Все, будет греться, я пошла одевать Антоху. Сейчас еще нужно подкинуть в котел. Я обожаю тепло, поэтому у нас в комнате бывает даже 28 градусов.
Да, ты же видишь, везде снег, сынок. Снег? Да. Да. Еду. Мороз так и не спадает, -2. Антошку отвезла, он сразу мне говорит: все, иди, мам, не надо тут со мной. Вот, а у нас тут сейчас проезжаем мимо магазина, назывался «На пекарне». Я помню, что я тут булочки обожала с маком, которые пекли на этой пекарне. Так сильно их любила, что Антоху наела. Он был весом 4200 или 400 он родился. То есть, представляете, это все булочки. Но сейчас уже магазин этот закрылся. Вот, все закрыто, и пекарня закрыта. В общем, у нас столько всего закрывается в станице, что прям очень много. Все-таки малый бизнес — это очень тяжело. Все, я уже на хуторе, гляньте, как резко орех сбросил листья. Все зеленое вокруг. Прям очень интересно, да? В Григория новая ката. В общем, нам ехать или 23 или 24 ноября на ЮФО. Краснодар, Валим. Будем ката делать. Да, в Краснодар, в Краснодар. Сейчас, Гриша, нужно... Ну, я не знаю, откуда тебе удобнее. Ты уже откуда начинаешь? Мама, я оттуда. Ну, ладно, сейчас и так. Угу. Антоху забрала. А тут такой, да, ветерок с чем-то таким, да? И снег. Ну да, маленьким снежком. Сейчас еще завалят, пойду на улицу. Я думаю, уже не завалит, но... Ну, что это будет? Смотри, еще чуть-чуть прибавилось. Да. Только я был на танцах. Добрее стало, но все равно кричит. Стучит там Гришка. Лежит? Нет. Прибежал. Намерзся, наверное, да, Григорий? Ты намерзся? Замерз? Нам кушать. Пошли. Что кушать? Смотрите, что я здесь наделала. Это зефир. То есть будут вот такие наборы для мамочек. Пряничек. Я его потоньше раскатывала, чем обычно. Не 6 миллиметров, а 3 миллиметра. Ну, он немного поднялся, естественно, но вот такой вот. И сверху вот такая зефирная розочка. Так, что еще? Это сделала просто на пробу, но могу сказать, это клюквенный зефир. Он очень вкусный, такой прям новогодний вкус у него. Прям супер. И сделала еще две баночки зефирные. Вот зефир, к сожалению, как ты делаешь, снимать ничего не получается, потому что агар-агар такая штука, которая уже при 40 градусах начинает стабилизироваться. И то есть его нужно очень-очень быстро. Ну, то есть все уже должно быть готово. Я сначала все подготавливаю, расстилаю пергамент. Ну вот все-все-все подготавливаю, потому что если замешкаться и что-то будет не готово, сразу готовлю пакет, насадку. Если этого всего не будет, то, соответственно, и можно не успеть, и он прям в миске, в чаше блендера, миксера сразу же стабилизируется. И есть его тогда ложкой, вот как из банки будем пробовать. Так, в общем, красота, вкуснота. Я уже тут наоблизывалась, из клюквы, конечно, очень такой яркий вкус. А здесь у меня яблочное пюре получается... Сколько грамм? 7. У меня, в общем-то, закончилась батарейка. Ой, память на телефоне сейчас пошла. Все удалила. И приступаем к пирогу. Хочу приготовить пирог с капустой. Сейчас будем тушить капусту. Что сейчас есть у меня? Я лишь тебе одной отдам. Я это ты. Да, на капусту нашинковала. Сейчас еще немного дошинкую и буду тушить. Сковородка греется.
Вот тушится капусточка. Я думаю, что капусту можно тушить любым способом, который вам нравится. Можно без томата, можно с томатом. Мы любим с томатом, поэтому я сюда сейчас немножечко вот с морковкой все здесь поженится. Здесь капуста, морковка и лук. Вот, все это тушится даже больше, потому что от капусты много сока и совсем немного масла. И эта сковорода очень клевая, к ней ничего не пригорает, ну, по крайней мере, пока, да, не прилипает, вот. И что хочу сказать, и вот сейчас буду уже скоро добавлять немного томата, и когда все выпарится, то капуста будет готова, и я буду готовить тесто. Будет у меня такой заливной пирог. Знаете, мне кажется, сейчас такая тема модная, заливные пироги, не делать вот это вот дрожжевое тесто супер долго, а тут все быстренько будет, там кефир, яйца, я, в общем-то, рецепт с интернета, ну, в общем, покажу вам, сколько чего класть, и потом скажу, какой результат, вкусно ли это или чего-то не хватает. Сейчас будем делать тесто, нужно стакан кефира, ну, я буду делать его вот тут, вот в этой штуке, сейчас... Примерно, я так думаю, что 200 или 250, да, миллилитров. Вот 200. Наверное, еще немножечко добавлю. У меня будет 250 миллилитров. Стаканы бывают разные. Добавлю сюда сейчас 2 яйца. Я теперь здесь все хорошо взбалтываю. Кефир. Яйца. Сейчас же сюда добавлю пол чайной ложки соды и соли, ну, я так немного, небольшую щепотку. 17 сейчас было. Да, в смысле 17 часов, 17 минут и 17 секунд, да? Да. Я это увидела. Так, что мы делаем? Пирог уже в духовке, кстати, это я с роднёй разговаривала по телефону, поэтому... не засняла. Ну, в общем, я размешала тесто, еще немного только добавила туда этого. Чего? Кефира, потому что оно было очень густое, и в этом штуке мешать неудобно. Поэтому я его выложила в миску, доделывала уже в миске. Да. Вот. А это есть можно? Можно. А что нельзя? Она тушеная капуста. Ура! Так, а у нас тут пирог готов. Я его все-таки подсыпала еще кунжутиком сверху. С капустой же пирог. Вот рецепт из Инстаграма, сразу предупредила всю свою семью. Сейчас будем пробовать. Фоне выдали уже стишок. Ему на день мамочки, ну не прыгай, пожалуйста. Мы уже его начали учить. Да, Фонь? Они не приедут. Почему? Я сегодня захотела уже все купаться. А-а-а. Так что мы будем сами есть пирог, да? Скучно. Скучно тебе? Сейчас будем уже читать. Мам, давай ладошки. Давай ладошки. У нас сейчас любимая игра. Какая, Фонь, покажи. Ой. Такая, да, ладошки. Мам, давай с тобой быстро. Куда мы собираемся? Снег трогать. Снег трогать. А где мы взяли снег? Он сам выпал. Выпал или прилетел? Прилетел. Прилетел к нам? Нашли разные Афоньки перчатки. Одни он где-то потерял. Где с тачки Маквин перчатки? Не знаю. В садике забыл или нету в садике? Нет в садике. Получилось? У-у. Помогать? Теперь помоги я. Все, я сейчас выхожу. Ага. Нифига себе, сколько снега. Обалдеть. Че у нас тут снежки-то летают? Мам! Фонька, как тебе такая погода? Офигенно! Мама! А, так, мать не трогать. А в смысле? А тебе мать сможет настрелять? А я не стреляю. Мама вообще без перчаток. Да мама взяла с собой перчатки. Сейчас мама поснимает вас на снегу. Снимай, я для тебя потом сюрприз это подготовил. Да? Камеру спрячь где-нибудь внутри себя. Мама! Да, батут-то мы вообще забыли убрать, да? Я на батут. Не надо. О, мне прям за шиворот. Это кто такой умный? Нет. Папа! Да выключи. Ты не надо мне...
Давай, Ски, стрелять, стрелять! Под машину подкачую. Пока зима не кончится, не выйдет. А что ты думаешь, надо его убирать? А ты видела, яблоки висят, прикольная фотка. Не, сейчас пойду посмотрю. Не надо, мама, она с телефоном. Все. Не, можно только по голове. По рукам не надо, да, пап? Да, вот яблочки. Сейчас еще получится. Папа, мы их будем убирать или уже поздно? Почему? Кстати, они сейчас вкусные. Первый мороз. О. Нина! Чего? Рекс! Рексик! Привет! Иди сюда, пират снегу! Пират снегу, Рекс! Ришка! А ты рад снегу, ребенок? Смотри какой! Ага! Какой симпатичный, да? Угу. Сейчас она тает. Летает. Эй ты. Мама, ты будто убрали все. Да? А вот и поубирали, да? Гришка заходит. Я первая зашла сейчас. Гришка, у него вся куртка мокрая. Все обстреляно, да? Да ты чё говоришь? Я давай боюсь, сюда. Не могу. Просто еще слишком маленький. А это хоть не это все сухое. Только рукава чуть, да? Я монтирую видео за 10 число. Сегодня 13. Ну ничего страшного, да?